Добрый день! Вашему вниманию предоставляется обзор на миксер Bosch Energo Ergo Mix мощностью 600 Вт. Он куплен в магазине onlinetrade.ru. Рекомендую всем данный магазин. Там интересная бонусная программа. Например, сейчас за регистрацию дается 250 бонусных баллов. И дальше можно накапливать эти бонусные баллы и оплачивать ими от 30 до 50% стоимости вашей покупки. Именно так я поступил, когда покупал этот миксер Bosch в подарок своей маме. Это первый мой отзыв о товарах, поэтому извиняюсь, может быть, за некоторую сбивчивость и непоследовательность. Итак, перед вами упаковка данного товара. Сделан он в Словении, мощность 600 Вт. На лицевой стороне вы видите Quattro Blade Turbo Button, Ergonomic Design, Anti-Splash, Soft Touch. То есть на русском языке здесь не так много надписей. А теперь, собственно, сам товар. У него есть кнопка старта. Вот сейчас в предыдущем дубле я неосторожно ее нажал при включенной розетке и повредил себе немножко палец. Потому что с другой стороны держал тоже рукой. Будьте осторожны. Вот так вот он крутится. И еще турбо режим. Здесь написано, что можно фрукты, овощи и мясо им обрабатывать. Мощность 600 Вт. Это кнопки отсоединения насадки. И здесь вот достаточно острые ножи. А сзади надписи, что он сделан в Словении. Мощность 600 Вт и от обычной сети работает. Я уже включил его в розетку, но для безопасности все-таки отключу. Вот стандартный штепсель. Длина шнура где-то 1,80 м. То есть тоже стандартная, не удлиненная, не короткая. А теперь что идет в комплекте? Еще идет такой вот мерный стаканчик, он же, в нем уже также можно засунуть и что-то перемалывать. Вот. Дальше есть инструкция. Что в этом? Инструкция на нескольких языках. На русском тоже языке есть описание, как пользоваться. Но, может быть, там без каких-то подробных технических характеристик, потому что это достаточно простой инструмент. Обращаю внимание, что это оригинальный товар. Вот здесь эта наклейка была на упаковке. Вот также есть еще крышечка для этого мерного стаканчика. То есть можно закрыть, например, чтобы не окислялись продукты. Вот, еще раз обращаю внимание, что нужно соблюдать технику безопасности. Вот только что сейчас повредил палец. Сейчас у меня кровь высыхает, потому что неосторожно параллельно и видеоотзыв снимал, и вот, и держал этот товар. Вот что еще можно сказать. Ну, сейчас еще не пользовались именно для того, чтобы нарубить, но судя, как он мне палец порезал, достаточно острые ножи. Вот, и в принципе они не выступают за поверхность, но вот если тут сюда засунуть что-нибудь, то, конечно, все режут. Вот. Что-нибудь действительно давайте попробуем, может быть, размолоть, если успеем. Например, яблоко. Вот его. Помоем яблоко. И попробуем его размолоть. Одной рукой. Уже отключили только что. Вот. В принципе, у меня рука сейчас мокрая, но здесь он такой достаточно защищенный от лак. Вот. То есть мы пытались его воспользоваться. И вот, в принципе, он размалывает продукт.
Вот. Если подольше, то, конечно, можно, наверное, здесь в смятку данное яблоко размолоть. Вот. В принципе, на этом я заканчиваю свой отзыв. Спасибо всем за внимание.